Виктор и Лидия Талабаевы часто проводят патриотические мероприятия для учеников 64-й школы, которая названа в честь их сына, героя Российской Федерации Виталия Талабаева. Он, как и отец, был военнослужащим, окончил Свердловское военное училище, затем Рязанское. В сентябре 1999 года Виталий Талабаев погиб на Чеченской войне. Родители не только хранят память о сыне, но и занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Сегодняшнее мероприятие, которое посвящено 90-летию учреждения звания Героя Советского Союза, оно знаковое. Поэтому мы здесь. Это история страны нашей. И лишним не будет, провести этот урок мужества с учениками и донести до них, что наше государство на данный момент существует и будет существовать только лишь за счет патриотизма людей всего нашего Отечества. В школе к мероприятию готовились заранее. Среди учеников младших и средних классов провели патриотическую акцию. «Чествуем героев сегодня, гордимся вами всегда». Школьники делали проекты, посвященные жизни героев Советского Союза. Участников наградили грамотами, которые вручили Виктор и Лидия Талабаевы. Затем школьникам рассказали о наградах Советского Союза. Вообще нужно сказать о том, что Виктор Петрович и Лидия Павловна активно помогают нам в школе, патриотическому воспитанию детей. Очень часто они приходят к нам в школу, проводят уроки мужества, проводят различные мероприятия. Талабаевы помогают не только в проведении мероприятий, но и в пополнении школьного музея, посвященного локальным воинам. В экспозиции появились личные вещи Виталия Талабаева. Суворовская форма, фотографии, портрет героя. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.